В чем отличие? Работа – это если вы просыпаетесь от звука будильника, и первое слово, которое вы говорите – «фак». Если карьера, вы просто просыпаетесь, вы не можете дождаться понедельника, потому что у вас впереди новые горизонты, вы хотите новый проект продвинуть, вот так вот совокупить два сервиса, как никто их не совокуплял раньше. Для вас это профессиональный вызов, и вам это интересно. То есть, если работаете на себя, это, кстати, самое большое извращение. Я ничего плохого в это не вкладываю. Я тоже много лет занимался тем, что называется работа на себя или фриланс. Когда ты и швец, и жнец, и на дуде, и грец. То есть, фактически, ты себе и начальник, и подчиненный. Вот это извращение. То есть, тебе нужно и самого себя мотивировать, и самому себе это делать. Тогда нужно смотреть и то, и другое. То есть вот эта шизоидная часть тебя, которая владелец себя же, это звезда, а вот эта часть, которая делает это же, что приказала вторая часть, это врата. Для карьеры и для джоб смотреть двери, для карьеры и для работы. А для бизнеса смотреть звезды. Просто что я пытаюсь сказать, что постарайтесь, чтобы у вас не было работы, чтобы у вас была карьера. Для этого нужно найти предназначение. А ключевой месседж, на самом деле, что сделает массу людей счастливыми, не делать ничего, что не является твоим предназначением. Ну, по крайней мере, в итоге. 80% времени тратить на свое предназначение. Жизнь будет фантастической. То есть каким-то образом у вас будут те деньги, которые у вас должны быть. Если у вас нет судьбы Билла Гейтса, у вас все равно не будет этих миллиардов, сори. Но вы будете жить там, где хотите, есть то, что хотите, делать, что хотите. Как найти предназначение? Есть разные способы это сделать. Можно его искать с психологической стороны, можно его искать со стороны астрологии, со стороны древних знаний, которым мы по этому пути идем сегодня. С психологической стороны это длинная история, но чтобы с чего-то начать, вы можете опросить 5 своих самых близких друзей, что вы делаете лучше всего. Это будет начало. Может, вы работаете начальник отдела в банке, а все они скажут, что даже дело не в том, что вы делаете лучше всего, дело комбинации. Когда вы что-то делаете, вы просто расцветаете. То есть, допустим, вы рассказываете о своем банке, вы там получаете кучу денег и даже купили себе многоэтажку, но у вас потухшие глаза, и вы постоянно материтесь, и невербалка, опущенные плечи, еще что-нибудь. А вот вы начинаете рассказывать про фотографию, вот как вы видели вчера бабочку, и как вот вы при помощи такого-то фильтра сфотографировали вот эту бабочку, так вот... При свете заходящего солнца вы просто цветете, и глаза сияют. Это вот намек, что в эту сторону и нужно двигаться, этим и нужно заниматься. То есть здесь важна обратная связь, что вы лучше всего делаете, и когда вы расцветаете, когда вы ощущаете жизнь, даже будучи полностью больным, не выспавшимся, убитым. Но вот только об этом заходит речь, ты вскакиваешь с постели и начинаешь восторженно рассказывать. Говорят, чувак, ты ж только что умирал. У тебя же там прединфарктное состояние, у тебя температура 39,5. Да пофиг, слушай, я тут вот такую вещь вчера нашел. Вот это и есть предназначение.